Праздник к нам приходит, а вместе с ним и чудо. Вот и полицейский Дед Мороз пришел к пациентам детской краевой больницы Краснодара. Так, городские автоинспекторы каждый год поздравляют ребят, которые сейчас на лечении. Многие из них пострадали в дорожных авариях. Больше 50 девчонок и мальчишек получили игрушки и сладкие подарки. Акция «Полицейский Дед Мороз» стала уже доброй традицией во всех российских регионах. Посещают люди в погонах не только больницы, а еще детские дома, школы, интернаты и семьи бывших коллег, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.